Панічні настрої – це те, що характеризує все життя росіян, особливо останнім часом. Про таку тенденцію говорить радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. І ще додає, що в Криму ці панічні настрої деталі більше зростають. І для того, щоб компенсувати свої якісь панічні настрої, то росіяни завжди говорять про те, що вони зараз кудись доходять. Давайте коротко послухаємо, що каже Подоляк, і обговоримо. Крим поступово береться під ключовий вогневий контроль з боку України. Вони сьогодні живуть так само під очікування атак, під сиренами вже постійно. Вони розуміють, що Крим – це територія величезної небезпеки. Повітряний простір вже не так контролюється. Ми вже звикли до того, що Росія постійно говорить, що в них аналогів нет. Але на сьогоднішній день дві ключові системи «Тріум» знищені в Криму. Крим сьогодні – це ключ до суттєвого зменшення бойової спроби можливості російських окупаційних угрупувань. Тому вони усім погрожують. Для того, щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. Але безумовно, на сьогоднішній день не треба мати ілюзій, що в Росії розуміють наслідки повномасштабного вторгнення, з якими вони будуть мати справу у фіналі війни. Тому ці панічні настрої у Криму будуть поступово розвиватися. Для цього треба збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається у Криму. Борисе, а член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барій в нашому ефірі сьогодні сказав, що дедалі частіше від російських панаєхів чутно слово «тимчасово». Ну, вони ще й перебувають на території тимчасово окупованого ними Криму, але вони ніби стали розуміти, що тимчасово. Міст сьогодні знову перекривали для руху. Да, с мостом там они в последнее время частенько, иногда даже два раза за сутки, а иногда и чаще останавливают движение. Понимают, что сейчас, значит, откуда ни возьмись, из-за угла там Атакамс, который еще как бы не, как будто нет, но как будто есть уже у нас, да? Или Storm Shadow, или несколько волн беспилотников очень удачно наведываются туда. То есть они понимают, они же не зря строят вот эту дорогу по пока еще контролируемому сухопутному коридору, потому что понимают, что придется альтернативные пути искать. И потому что понимают, что придется откатываться туда, подальше, к своим границам. Ну, значит, что по поводу панических настроений. Очень интересная дискуссия развивалась у меня на канале недавно под видео «Что делать с пророссийскими крымчанами?». Очень интересная дискуссия, поверьте мне. Кстати, кто можете подписаться на мой персональный канал, вот здесь в описании синеньким английскими буквами «Тизенгаузен» это ссылка на мой канал. Нажали, подписались и можете поучаствовать в этой дискуссии и послушать это видео. Значит, мнения разделились. Процентов много людей сказали, что те, кто остался в Крыму, они с ними практически прервали отношения, родственники. Потому что это они уже там, значит, не хотят ничего слышать. Просто понимаете, как получается? Они же для нас предатели, те, кто за Россию там. Это хуже, чем россияне, ну не те, кто воюют, хуже этих нет. Хуже, чем просто россияне, которые сидят у себя там на своей исторической территории и говорят, нам все должны, все великие и так далее. Эти-то другие, они были частью Украины, потом перекрасились, поменяли по разным причинам. Есть люди, которые вынужденно поменяли, паспорта получили. А есть те, кто радовались и кричали, а теперь хоть камни с неба, Путин, президент мира и так далее. Так вот это они чувствуют, что пощады им не будет. А знаете, как вот, если, ну, неприятные это у них ощущения. Ну, в общем, и что делать с таким огромным количеством людей, которые, пусть и публично, после деоккупации, я имею в виду, пусть и публично, но не будут выражать свою, а там на кухне там будут постоянно вот этими ждунами, да, искать российские каналы, там где-то еще что-то. Я думаю, что в данном случае, понятное дело, россиян депортировать, ну, всех нельзя, тех, кто въехал в Крым.
Тамила Ташева, кстати, президент, представитель президента в Крыму, сказала, что эта цифра около 800 тысяч въехавших. Это россиян. Эти будут депортированы, по каждому отдельно будет дело. Потому что всех нельзя скопом, не противоречит закону. Тех, кто с коллаборантами сотрудничал, судить. А вот этих вот ждунов, а их много-много. А вот с ними, мне кажется, правильная политика украинизации, она даст возможность следующим поколениям. Вот есть же такие знакомые, например, у меня есть. А родители такие, а дети уже такие, мама, ты что там, дурная или что? Перестань смотреть какую-то чушь. Вот. И вот правильная работа с новыми поколениями, это дело не быстрое, но это гораздо более правильная история, когда новые поколения начнут уже вычеркивать и считать своих родителей все еще таких, считать их не очень адекватными и впоследствии воспитывать своих детей иначе. Но это должна быть комплексная программа, конечно же, долгосрочная и так далее. Простите, эта тема такая, ну, наверное, актуальная, и это не только Крыма касается, но и Донбасса. Так. И мне кажется, что у нас сейчас с вами до сих пор нет стопроцентного ответа, а что с ними делать потом. От з Іскандером Барієвим ми теж, Борис, не повірите, те саме, ту саму тему порушували, і очевидно, що треба ці механізми розробляти. Та вже вчора треба було починати, ну, будемо міркувати над цими шляхами вирішення. І ще одну буквально тему на завершення нашої розмови, звісно, я не можу минути увагою, тому що сьогодні просто таки день візитів відбувається до української столиці. Одночасно приїхав і генсек НАТО Єн Столтенберг, поговорив він з президентом України Володимиром Зеленським, поговорили про співпрацю, а також посилення протиповітряної оборони та закриття українського неба, особливо перед опалювальним сезоном, особливо перед черговою загрозою ризиків обстрілу росіянами нашої критичної енергетичної інфраструктури. Окрім того, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва. Разом з собою він прихопив 20 підприємств оборонної промисловості. Там цілий вий вже стоїть на російських болотах, що всі їдуть міністри оборони ще разом. А чому всі? Та тому, що й міністр оборони Великої Британії новий Грант Шапс теж приїхав до України. Це вперше його візит на посаді очільника оборонного відомства Великої Британії. Що так всі разом, Борисе, з'їхалися? І чи неспроста дійсно там так переживають на території Російської Федерації, що в нас так багато оборонних лідерів? Я думаю, що, знаєте, тут сошлись несколько і приятних, і неприятних тем для нас. Із неприятних це в октябре, в начале октября заканчивается резолюция Совбеза ООН по Ирану, что Ирану нельзя экспортировать ракеты с дальностью больше, свыше 300 километров. И сейчас все заговорили, что Иран вот-вот может начать поставки этих ракет, баллистических, подчеркну, Фатек и Зальфагар, в Россию. Это проблема, потому что одна на 300 километров летит, другая практически на 700. Боевая часть и там, ну, в одной 500 килограмм, в другой 600. Проблема. Мы же знаем, что с баллистикой у нас всегда сложности. Но и Столтенберг отчасти подтвердил, кстати, вот, что про ПВО в большей степени может пойти речь. Он же с чего начал? Да, Украине нужно больше ПВО давать. То есть я думаю, что и в преддверии того, что Россия собирается таки обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру, то есть надо поговорить о том, как их максимально эффективно и как дополнительно получить системы ПВО и заряды к ним. Чтобы, как говорится, сохраниться, чтобы мы слово «блэкаут» не так часто, как в прошлом году, употребляли. Что касается визита других министров обороны Великобритании и Франции, ну, здесь привезли оружейников с собой, частные представители частных оружейных компаний. Я думаю, что речь, не буду пророком, наверное, да, речь пойдет о совместном производстве. Вопрос только где. Понятно, что на территории Украины пока ни о каких заводах совместных речи не идет. И, кстати, Данилов недавно рассказал, что части украинских ракет производятся за границей, абсолютно правильно поддерживаю. Вырыть подземный завод так, как это делают в Сирии, например, или в Иране, это огромное количество времени, которого у нас нет, денег и так далее. Поэтому раз партнеры дают возможность на своей территории, значит, будем. Украина становится
и в будущем станет хабом по производству различных видов вооружения, в том числе беспилотников. А тут у нас буквально, наверное, дня не проходит, чтобы не рождались какие-то оружейные стартапы и по беспилотникам, и по другим видам вооружений. Ну, в общем, все это интересно миру. К сожалению, мир как раз-таки дополнительно вооружается, а не разоружается. Это говорит о том, что немножечко Украина, в том числе, всколыхнула этот оружейный рынок, сделали выводы, как и что лучше работает в реалиях новой войны. Но, знаете, когда изучают оружейные технологии, когда заключают новые контракты, новые заводы и так далее, это меня всегда беспокоит. Понятно, что это нужно, защищаться от таких неадекватов, как Путин, но это же где-то еще будет потом, где-то новая война. Оружейным компаниям что-то нужно где-то испытывать, куда-то продавать что-то нужно. Ну, в общем, давайте будем надеяться на хорошее, но, по крайней мере, визит важный. Визит важный, я думаю, жалко, нет министра обороны Германии, которого можно бы так с двух сторон бы зажали, его французский министр и британский, и где Таурусы?